Но меня спрашивают, а чем вы отличаетесь вообще, ну, как психолог, там, как врач, там, как художник и так далее. Не только я, а все, кто со мной рядом, делают все своими руками. Все своими руками. Ну, я рисую. Вот, например, золотая рыбка, видите? Золотая рыбка. Ну да, золотая рыбка. Приближаю. А это сделала как раз-таки золотую рыбку. Но она на самом деле такая. Да, Наташа Кузьмина, наш писатель. Ну вот, из Белоруссии. Видите, у нас все свое. Смотрите, какая она очаровательная. Да, и вот видите, как подходит глазик и цвет моей рубашки. Да, как замечательно. Правда же? Вот золотая рыбка, волшебная рыбка. Поймайте свою рыбку, делайте все своими руками. Да. А то вот как же, ну, человек кого-то там рекламирует, там, или что-то делает, какие-то курсы продает. Мы же даем только свое, и канал Ютуба у нас не накрученный, а только свое, мы только свой контент даем. Но самое интересное еще что, вот напишешь новый прием, много сразу людей. А говоришь о человечности или о философии, меньше людей. Вот это интересно, правда? Давайте задумаемся об этом. И давайте пытаться делать так, пользуясь приемами, которые я даю, открывать свои таланты и способности, заниматься любимым делом. Я абсолютно хорошо знаю. Очень многие, которые смотрят наш YouTube, любят и рукоделие, любят и делать что-то свое. Но давайте показывайте. Вместе мы сила.